Сегодня мы покажем тебе, как с помощью простых приемов визуально увеличить глаза. Вначале подкрути ресницы с помощью щипчиков. Нанеси светлые блестящие тени в уголки глаз и растушуй по всему веку. Тени будут отражать свет, и за счет этого создастся эффект открытых глаз. Нанеси тени более темного оттенка на внешний угол глаза. Это добавит взгляду глубину. Жидкой черной подводкой подведи верхнюю линию роста ресниц, чтобы выделить и подчеркнуть их. С помощью нейтральной или белой подводки карандаша подведи нижнюю линию роста ресниц. Это визуально увеличит глаза. И вот желаемый результат. Твои глаза выглядят больше.